Для цветов нам понадобится насадка с любой дырочкой, это для базы. 104 на выходе, здесь сечение 1,2 мм. Маленькая дырочка для сердцевинки. И вот такая звездочка для затенения внутренности. Делаем небольшую базу, так как цветочки маленькие. Вот такое затемнение. Надавливаем и отпускаем. Получается у нас 5 вот таких вот. Лепесточков. Делаем сердцевинку. Вот такой в итоге нежный цветочек у нас получается. И их нам нужно сделать очень-очень много. Также можно сделать сердцевинку при помощи вот таких сухих распылителей. Ссылочку, как всегда, оставлю вам внизу под видео. Итак, сделали базу. Припыливаем сердцевинку. У меня цвет красный. Делаем лепесточки. Вот такая сердцевиночка получается. Можно оставить даже так. Или сделать. Получается очень нежный такой цветочек. Можно припылить и после того, как вы нанесли лепесточки. Тогда цветочек будет немного другой. Более распыленной сердцевинкой. Вот такой. Цветы будут у нас полумесяцем. Поэтому делаем вот такую вот подложку, поднимая вверх настолько высоко, насколько вы сильно хотите сделать полумесяц. Вот так. И теперь выкладываем цветы. Для листвы буду использовать насадку лист розы. Thank you.
по низу сделаю бортик при помощи вот такой насадки звездочка. При помощи оранжевого красителя номер 4 от Conti Pro немного оттонирую серединки цветов. Это сделает их более натуральными. Вот такой тортик в итоге у нас получился, очень нежный. Попробую сейчас показать вам вид сверху. Надеюсь, что данный урок был вам полезен и вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!